А потом как-то я задался вопросом. Вот был лозунг «Искусство принадлежит народу». Вот я думаю, кто же из этих художников принадлежит народу? Вообще нет таких. А потом думаю, нет, есть все-таки один. Один есть. Это человек, который нарисовал наши деньги. Вот. О деньгах, так сказать, я не знаю. Говорю, что это искусство. Долотошника всех за что-нибудь задел, анонимного художника изумительный шедевр, как мучительно он выстрадан, как легко изображен. Не в салон и не на выставку для народов и времен. Ни одна картина серия потрясающих вещей. Жизнь от юга и до севера помещается на ней. И в Хабаровске, и в Муроме, и неживы стар и мал. Так художественный уровень у народа он поднял. Как захватывают сердце и разум граждан всей страны. Тогда еще философские концепции в красках, что отражены. Краски радужно потертые заставляют нас неметь. Даже критики матерые душу выложат в совет. Правда, кое-кто... Что делать? Любуется. Любуется ими чаще издаля. Мне бы дали, взял любую базу. Вот оно, искусство для. Вот оно, насквозь народное, без загибов модернизм. Говорят, что отобрет оно, как объявят коммунизм. А пока беги, готовь мешки, если ты долги раздал. Ах, вы деньги, наши денюжки, да кто ж вас дорисовал? Не подписывай.